Всем привет! И сегодня у нас уже 21 октября, и мы едем за подарками Лёшику. Мы же не купили вчера? Не, мы вчера ему купили и сделали подарок. Лёш, а кто вот это будет поднимать? Это ты разбросал. Подними, пожалуйста, и тогда поедем. Зайчик. Да, надо поднять. Это ж ты раскидал. Подними. Лёшка помог маме. Молодец. Спасибо тебе большое. Ты умничку мне с Лёдьким. Всё. Солнышко светит. А знаете, кто к нам приехал сегодня? Братик мой. Лёшин дядя. Где Дема? На улице жарко. И не Куки. И вечером, сейчас уже 6 часов вечера. И Куки Димка дал, да? Да, это не. Ну, когда Димка. Чё, серьёзно? Он так ехал? Лёшка сегодня встречал брата с аэропорта. Спасибо всем огромное за поздравления. Он бабушка идет. Ку-ку, Дима. Димулька идет к тебе, Лёдьки мой. С днем рождения тебе. Это Лёся. А это Димка вам еще, видишь, привез. Открыт, да. И нам еще. А ты открывай и читай, твой любимый, смотри. Читай. Три little pigs. Смотри, читай. Три little ducks. Here's my на первой страничке. А здесь есть, смотри. Три little cows. Who say moo. All the for 3-year-old you. Happy vision, happy birthday, have fun. Солнышко, Алешенька. Прости, здоровым, зайчик. А ну-ка, завтра. Лёшка сидит, бабушке рассказывает, как вчера погуляли, что мы делали. Как дельфинов видели, да, бульты. Как они там, дельфинчики, в воде. Мы еще ходили на представление Sea Lion. И вот ему больше понравилось, потому что там детская такая. Там как театр. Театр, все. И он прям сидел вот так. И так смотрел, да ты что, Лёш? Понравилось? Читает. Ну что, Лёш, выбирай, собачку пойдём смотреть. Где собака-то? Ти, что ты хочешь, Лёш? Смотри, здесь 10 долларов они стоят. Интересно, вот сколько у нас такие? Мне кажется, дороже. Это вот такой 2 не может быть. Наверное, все равно больше 1000 у вас. Мне кажется, да. Чего только нет, смотрите. Какая прелесть. 500 долларов такая. Чего тут? Тут для детей даже это есть. Показывай. Это лодка. К няне. К няне, точно. А ты помнишь дорогу, Лёш? Да. Молодец. Все кнопки. Да. Land Speeder, да? Speeder. Он наверняка там педали есть, нет? Представляете? Да. 99 центов шоу. Полотенчики. Хэллоуин скоро, надо конфет будет закупать. Ой, отсюда чудо. И будут ходить, тетергать, стучаться. Обезьян чи-чи-чи продавал кирпичи. За веревку дернули. За 60 долларов чи-чи-чи. Да, вот такая вот 30 долларов. Это для куколки. Для куколки, да. 20 долларов. Лёш, Олега, вот ведь же. Детская. Какой? Бэтмен, сколько он? 70 долларов? Ничего он не говорит? Он не говорит. Ну, а ходил бы хотя бы, Лёш. 25 долларов. 30 магазин. Я не знаю, мне кажется, у Лёшки Лего уже хватит. Тут такой большой 80. Калейд, представляете? А, да, 400, да, он. А вот такой Купер 200 долларов. Рейндж Ровер, да. 350 долларов. А ручка? А ручки нет уже. Ты представляешь, машина какая? Но мы такую не покупаем, потому что мы считаем, они сидят, а детям надо физически бегать, чтобы да, вот ногами там перебирали, велик, ролики, не знаю, что-то. Конечно, такое. Что-то. А это они сядут и сидят. Сидят, да. Он что-то там уже испытывает только. Испытание. Шлем, машина. Да, да. Вообще. Раз. Вот. То, что нам подарили. Что? Нам подписчики да, такой пианино, представляешь? Да? Клавиатура. Да. Лёшечка, у нас сам включает игру. На русском, да. 6 долларов. Коллекция была. А я собирала, помню. Ну, у нас, я не помню. Так же они стоят, нет? Это, наверное, чайно. Да, о, Порш какой. Лёш, не нравится такой Порш? Лёш, ты видел, какая крутая? Я в шоке, посмотри, какое чудо. Лёш, а ты пожарную охрану видел? Да, нравится? А гарбич, это гарбич. Смотрите, сколько машинок, 20 долларов. А вот есть, смотрите, маленький этот Fire 40. Ой, клёвенький. Лёш, вот. Смотри, какой хорошенький. Вот это нравится, Лёш? А есть вот, кстати, за 40 вот это Лёш. Вот этот клёвый. А вот за 20 тоже гарбич. Как-то, смотри, работает. О, вот этот классный.
хочет, делает всякие чайные. Леш, бери, что там тебе нравится, Леш. Вот это нравится? Давай такую большую возьмем, да? Возьмем такую. У него глаза разбежались. А вот за $20 есть. Эту хочешь брать? Лешка не знает, что хочет. А давайте посмотрим, пока цены. Вот $15 такой. Это тоже 15. Вот такой набор 20. 15. 30 в набор управления. Ой, что нашел, Оль? Смотри, какой клевый. А чего сюда юдает? Ой, мать. Ой. Видели? Может, Пеппу? Слушай, какая я прелесть. Смотри, какая Пеппа. Леш, будь здоров. Я $20. 25. Ты представляешь? Пеппу какую хочешь взять? Возьми. Такой $20. Здорово, я не могу, слышу. Видели? Ну, что они так делают? Это же дети пугаться. Ты теперь как сейчас скажешь? Ой, надо памперсы. Вот этот кайф. Леш, ты милый урод. Смотри, $13. Вот этот еще да, куда не шел. А он просто танцует. Ну он просто танцует, наверное. Вот так. Леш, смотри, собачки. Ты же хотел собаку. Смотри, какой хороший. $13. Мне вот этот нравится, но он ничего не делает. А вот это что это такое? А, нет, он чуть... Ну смотри, вот, смотри. А, рот открыл. Нажми ему сюда на лапку. Давай, нажимай, скорее лапу. Вот. Он рот открывает. Чего? Он говорит. Здрасте, ребят, говорит. Здравствуйте. Ну, надо, чтобы ходил. Леш, ты хочешь, чтобы надо, чтобы ходил. Так, лапками, да? Передвигал. Привет. Хай. Подписывайтесь на наш канал. Слышите, она за мной повторяет. Подписывайтесь на наш канал, Ольга Ласточка. Она, наверное, плохо русский знает, мне кажется. Ты что, doesn't speak Russian? Вот, $7. Написано 3 с плюсом. 3 с плюсом. Вот такая. С плюсом тоже. Тимка делает. Видел? Смотри. Я не могу. Вот. Ты будешь дракон. Это надо снять. Смотри, бабушка попрыгает. Смотри. И такой. Смотри, Лёш. Ой, говори. Да. А $15 такой стоит. Колесо какое-то. Вот, вот что нашел, Лёш, смотри. Она ходит? Нет, нет, ходит дороже. Что... А это сколько стоит? Это $40 стоит. Да, конечно, вот это именно такое. Да. Ну, прикольно. Что-то делает, кажется, ухо поднимает. Ну, не прелесть. Пресс. Ну, не хочет, посмотри, не нравится собака. Клёвая. Да, не хочет. Ну нет внимания, сосредоточенности, и он просто ходит, все щупает, и я ему решила сама взять вот эту вот Пеппу. Вот эту Пеппу, и хорошо. Да, $8. Это его любимая книга, да. $100, да? Да посмотри, что он там делает. О, класс, нашел что, Лешка. Ай, сколько? 35. Вил, динозавр 35, что, Леш? Крутой, серьезный. 8 с плюсом, ты видел? Что нашел? Что это? Это какашка, точно, Оль. Положи ее обратно, я не хочу такую. Фу. Положи ее. Сразу распечатывай эту. Распечатывай. $70. Ой, это этот, да. Миньон. Да, у него часики такие. У тебя есть часики, да? Еще жив, Леш? Селфи. Прикольно. Это какая-то штука. Я бы мечтала, да. Да, такую. Ну, такая вот 30. А вот он мне. Да. Ну, Ольга, ну, $100. У нас был Лейпциг магазин там, в Москве. Такие классные. И мы с мамкой еще ездили в Лейпциг, и мне купила набор. Там были кроватки, диванчик. Ой, что нашел. А как настоящий, да, смотрите? Какая прелесть, какие красивые. Смотри. Очень красивые. Как настоящий, да. А лошадки видели? Лошадки очень красивые, да. И журналы. Сколько они стоят? Интересно. Куда-то ушли, ребята. You and me, да? Смотри, какая фигня. $9. Вот такую можешь купить в этом. Да, за 3. Да, да, за 3. Marshalls, да? $15, смотри, тут чего это только чудо, нет. Да, чего там только нет. А, это 3 с плюсом, кстати. Вот так вот, для Леши. Ну, он ведь же этим вообще не сидит. Он не это надо усидчивым делать. 160. Вот Лёшка, ну что, будем? Вот. Да, ну у тебя такие есть наборчики. Ты Гарри Поттер, прикинь. $10, это Марвел, вот.
Видели, какие страшные игрушки? А зачем такие делать детям? Это детям, вот вы посмотрите. Да что это такое? Это нормально для психики? Нет, это совершенно... Поэтому они не больные. Да. Поэтому... Так в России тоже такие продают. Тоже? Ну зачем тогда? Какая зараза придумала такое? Не хочешь. Я же говорил, хотелось. Смотри, какая клевая. Такие клевые. Ну какая? Леш. А что она делает? А хвостиком виляет? Я в шоке. Ты посмотри, дрожит, она замерзла. Она дрожит, ты посмотри, что творится-то. Дрожит, смотри, и гавкает, и тявкает. Клювый. Мещат. Ой, какие хорошие. Какую собаку? 25, 17 и 8. За 8, кстати, недорого. А это кошка. Смотрите, какая прелесть. Знаешь, что творится? Смотри. Вот спину. Глазки, посмотри, закрывает. Вот это, конечно, да, барбуса. А сколько он стоит? Вот такой тебе не нравится. 55 долларов. Смотри, какая. Киски. Коля ушел от них. Ну, понятно. Вообще не хочет их. Собак этих. Вон что. Да. Тачки, тачки, да. Вау. Она не поедет здесь, Жень. 30 долларов. Представляете, да, он как настоящий. Это чудо, конечно. На поводке. Смотри. Все, что делает. Вы знаете. Да. Цифры, стендап. Смотри. Класс. Тайот, что делается. 6 плюсов. А это кухня. 100 долларов. Там он, что такое? Вот да, это да. Ну, здорово. Нам только мечтать бы о таких. С часами. А это 150, ну да? Ага, это вообще шикарно. Да. Вот есть вот такой ему можно, вот. На, с трех до шести. Такой, да. А вот и не Ольга, забрасывай. Вот такой вот, 35, да. Вот. На дверь. На улице это где будет бандура стоять? А, а это повесить? Дома поставить, она же маленькая. А маленькая, не маленькая, все равно. Не, да ему еще наверное, рано. Ролики, смотрите, 35 долларов. Они как кроссовки здесь. Гелевые колесики. Такие 40. О, есть вот такие 27. 25 доска. 30 долларов. Лёшка ботинок потерял. Какие-то всякие-то конфеты, что ли? 4 доллара. Колечко. О, светится еще. 99 центов всего. Смотрите, это нам взяли ребята. Thank you. Thank you. Нам купили, ребята, представляете, все игрушки эти. Понял, чтобы крокодилы сейчас к вечеру не вылезли. Вот вам и Лёшечка. Плюется не только в меня, но еще и в людей. И брат моего вот так вот делает, знаете, прямо вот я ему раз словами говорила строго, что так делать нельзя, это некрасиво. Он продолжает делать. И сейчас Дима ему тоже сказал, ну, то, что нельзя так это. Вот вам и сладенький мальчик Лёшечка. Конечно, может, там ноги плюются там. Это ненормально, чтобы плювался. Он не только у меня плюется, он еще и в чужих людей плюется, в магазинах. А Димка мне сказал, если в школе даже тут, где ребенок сейчас вот так вот делает туф, в человека рукой, то за это сразу же из школы выгоняют. Темнеет. Смотрите, какое небо красивое. Небо невероятное. Лёшка говорит, крокодил. Где? Ты набрал? Да тут пузырей много. Димка подарил. Бабушка, и мы купили, получается, только свинку Пеппу за 8, за 10 долларов. Они нам не вырвали, не дали ничего покупать. Ну, мы вчера Лёшку, да, погуляли тоже. Игрушки дешевели. Игрушки, да. Вот они были дороже, я помню. Да, я тоже помню. Нормальные дороже были. Да. Сейчас Лего, смотрим, все дешевле было. Под Новый год они специально цены поднимают. Да, представляешь? Гады просто. Ух ты. Эти штуки торчат прямо. Гарбич. Прикольная машина, гарбич. А вот это. Класс, а это мы уже завтра откроем баскетбольный. Да, поднимаем отсюда. Закрыли. Ты подъезжаешь к контейнеру. Как-то мусор не убрасывают, все выбрасывают мусор в такие вот контейнеры. Так, поставил? Ручку бери. Не, вверх. Вау, Лёшка, мусор выбрасывает, чувака. Рыжамбик, рыжулька, рыжулька, рыжулечка. Они кушать хотят. Какой сегодня день? Я думаю, сегодня среда, Лёшка, как сегодня
четверг, завтра уже пятница. Лёшкины игрушки перебирать, я думаю, какие-то уже эти, которые он не играет. Вот. Палочек, штучек, не знаю, разных дрючек. Папа! Спасибо всем большое. Сегодня с утра уже монтировала видео с SeaWorld. Дельфинарий, как мы ходили. Лёшка вот такой довольный был, он такой счастливый был. Спасибо вам большое за подарки, кто нам высылал. Нам очень приятно, очень-очень. Спасибо вам большое. Тюльки, привет! Такой холёзенький. Котёнечек у нас. А Рыжик есть хочет. Рыжик? Ты есть хочешь? Бам-бам! Смотри! Ой, какой колючий. Мне кажется, по... А мы думали, вдруг полиция. А вот, кто пришел к нам на ночь? А это фармер. Ну, так, фармер, да, это значит, это вот как домашние. Это тира. Дело плохо сделал нам. Мы съели почти целую кастрюлю. Угу. Ну, потому что вкусно очень, да, очень вкусно. Что это он открыл? Мама. Я пасть открыла, снегу хвалится. One hour later. Вот так вот Лёшка научился у нас играть уже. Танцуй, танцуй. А где Лёшек? Бабушка уехала, да? Лёш, тебе понравились сегодня подарки? Да. А это мы завтра откроем, ладно? Да. Куда? Куда? Давайте спать, а то время уже 12 часов, представляете? Хоть уже и ночью, продолжаем заниматься. Хватит кадры портить. Смотрите, учитесь, как надо накачать мизинец. Лёш. Ребята, это уже следующий день, и мы повесили баскетбольную корзину. Сейчас мама попробует. Я. Ура! Классная какая. Мама, сосредоточься. Да. О, давай еще раз, на. Не спеши, Лёш. Ура! Мы попали в кольцо! Ура! В два раза! Теперь мама кидает. О-о, мама мимо. Я в шоке, Лёш, наконец-то мама попала. Девчонки.